Привет всем! Купили мы с мужем большой холодильник. Давно я его хотела, такой большой. И вот моя мечта сбылась. Купили мы холодильник. Раньше я хотела холодильник Haier. На тот момент, когда я его хотела, он стоил 135 тысяч рублей. На данный момент он стоит 190 тысяч рублей. За 190 тысяч я не собираюсь покупать холодильники. И мы с мужем начали искать похожий. И вот мы нашли холодильник Dexp. Очень похож, я бы сказала, вообще по виду они одинаковые. И стоит он 92,5 тысячи. Посмотрела я отзывы людей, которые покупали такой холодильник. Да и вообще посмотрела отзывы на технику Dexp. В общем, нормальные, неплохие отзывы. Нам говорят, что Dexp это не особо хорошая техника. Но, не знаю, у людей все работает. У меня и LG стиральная машинка, и Haier ломались, поэтому... Тут не угадаешь. Будем смотреть, как он будет работать. Надеюсь, все будет хорошо. Мне он очень понравился. И красивый, и вместительный. Ну, прям моя мечта. Месяца через три расскажу вам, как он работает. Все ли с ним в порядке. А пока побегу в магазин, да на базар. Надо же забить холодильник.